В Японии растет число жертв мощных наводнений и оползней. Погибших уже 216, 27 пропали без вести. Масштабная поисково-спасательная операция продолжается. Тысячи домов остаются затопленными реками, вышедшими из берегов. Тем временем на смену дождям в Японию пришла сильная жара. Столбики термометров достигают 39 градусов. Всего за несколько дней жара унесла одну из жизней, а с тепловыми ударами госпитализированы свыше 1000 человек.